Давайте посчитаем, сколько я записал роликов за целый год. В принципе, записал, насколько я помню, 45 роликов всего лишь, да? А нет, 42 ролика. В принципе, давайте просто посмотрим, где вот этот обрыв начался, где я начал мало снимать. Сейчас, как видите, я хотя бы 5 роликов, ну, 4-5 роликов пока что получается записывать. Раньше было по 2, по 1. Вообще-то очень мало в месяц. В принципе, как-то так. Вот, в принципе, 5-10. Это у нас 15, видите, 15 ролик уже полгода назад, то есть вы сами понимаете, то, что это нифига не круто. Если бы я записал бы 2 ролика бы за месяц, за апрель, то у меня было бы, получается, 12 роликов, не 15, это вообще жесть какая-то, короче, окей. А нет, это же я тоже в апреле записывал, получается 11 за полгода, это же вообще очень мало. 15 это тоже не особо много, но все-таки это лучше, чем ничего. Окей, полгода назад, то есть, видите, вот здесь, вот сейчас я покажу, где-то вот тут у меня. Вот, вот тут у меня начался обрыв. Как у меня начался этот обрыв с видеороликов? Вот здесь я записал, типа, через 2 недели я вернулся, короче, начал записывать выживание, и вот тут уже пошел, вот именно вот в этом моменте начало выходить меньше роликов. Тут уже по месяцам видно то, что роликов реально меньше стало выходить, намного. Сегодня я запишу Майнкрафт с таким блоком, и, в принципе, пора возвращать старые рубрики. Возможно, запишу, кстати, The Bridge, почему бы и нет, достаточно неплохой мини-режим, иногда можно записывать, тоже месяцев 10 назад не было, вот он как раз близко к Lucky Block'ам. Запишу еще мини-игры наподобие голодных игр, которые выходили уже больше года назад, да. Кстати, я затрагивал про голодные игры тему еще полгода назад, ну вот как раз вот в ролике про Bloodwars, вот он. Это просто жесть какая-то. Будем начинать, по принципе... Вернемся в прошлое, на 10 месяцев назад, и я, в принципе, продолжаю третью часть. Lucky Block. Вы знаете, что я скажу? Это слово. Погнали. Всем привет, с вами Лев, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт, и сегодня я поиграю в Lucky Block. То есть у нас будет Майнкрафт с Lucky Block. В принципе, недавненько, ну, я записывал Skyward с Lucky Block, и сейчас уже записываю как бы Майнкрафт с Lucky Block, да. Это у нас... Часть 3, спецвыпуск, и, ребята, спустя 10 месяцев, целых 10 месяцев, я записываю это видео. На самом деле, я пытался месяца 4-5 назад тоже записывать Lucky Block, но, ребята, у меня что-то не получалось, все такое. И, в принципе, как-то так, да, простите, то, что я так долго не записывал, но зато я нашел кучу новых прикольных модов, о которых я не знал месяца 2 назад еще, да. И это на самом деле круто, то есть, видите, тут руда какая-то, которая тут чипа какие-то. Ее мы тоже будем ломать в этом видео, такой спойлер небольшой. Это наша такая база, у меня даже меточка тут есть, если что, да. То есть, смотрите, у нас тут есть 3 левела и финальный левел. То есть, мы сегодня будем ломать Lucky Block, и не только Lucky Block. Будем ломать вот эту руду, будем ломать еще кое-что, пока что не буду говорить, что... Естественно, здесь Lucky Block с моей текстуркой новой. И, в принципе, давайте поставим 10 лайков набьем, да, потому что я реально старался над сборочкой, эту текстуру поставить, все такое. Ну, текстура это фигня, просто навсего. Давайте попробуем набрать 10 лайков и выпущу еще одну серию по Lucky Block'ам, только уже с новой сборочкой. Найду еще какие-нибудь моды прикольные, из которых тоже, ну, то есть, знаете, как я находил моды, то есть... Есть мод Lucky Block, из которого, когда ломаешь блок, то есть выпадает что-то. И нашел еще такие моды похожие, из которых выпадают другие вещи, другие прикольные плюшки, да. Просто Lucky Block это такая вещь, в которую уже все играли, а в эти моды не все играли. Поэтому я решил сделать такой специальный выпуск. Первый левел, и здесь, ребята, маловато Lucky Block'ов, маловато всего, потому что я уже записывал вчера Lucky Block'и, но там было намного больше вещей, где-то на 50% больше. Я, понимаете, потратил на видео 50 минут где-то. Плюс у меня дико все лагало, поэтому, ребята, если видео будет лагать, оно, кстати, будет в 30 FPS. Почему так мало? Потому что, ну, как бы, вот у меня сейчас уже меньше 50, хотя нет, сейчас 70, ну окей. То есть, сами поймите, 50 FPS записывать, к сожалению, я не смогу. Надеюсь, вы меня поймете. В принципе, давайте начинать. У нас есть лут-чест, бонус-чест, окей. У нас тут плюс одно сердечко, вот, видите, у меня вот тут. Сейчас я покушаю, кстати, да, и все будет как надо, да. В принципе, сделаю звуки потише, наверное, немножечко, потому что, ну, громковато, да. У меня, правда, максимальная громкость в наушниках, не знаю, как у вас, но окей.
Так, давайте пока что эти сундучки откроем. Это, ребята, бонус-чест. Здесь тоже разные вещи выпадают, то есть как из лаки-блоков, но только здесь будет примерно одно и то же. То есть, видите, здесь деревья, яблочки как раз, палочки. Ну, я думаю, деревья нам не понадобятся, просто как блоки можно использовать, например. Потому что, ну, сундуки у нас есть, их так вот там есть, все есть. Давайте второй откроем. Видите, вещи немножко разные. Да. Но тематика, в принципе, одинаковая. Зато каменная кирочка, в принципе, уже неплохо. Так, отлично. Топорик. Уже какое-то оружие. 4 урона. Хорошо. Блоки. Блоки. И последний. У нас есть яблочки опять. Хорошо. Ну, ребят, ну это же круто, нет? То есть, я не знаю, из какого это мода, правда. Не разбирался особо. Но вроде как, ну, короче, сбоку скачать вы, кстати, сможете. Поэтому, как бы, не волнуйтесь, вы сами сможете играть здесь, все такое. Ну, комп, как минимум, вам нужен хотя бы как мой, чтобы вы хотя бы FPS 50-60 чувствовали. И то у меня сейчас будет меньше FPS, когда начну ломать всякие лаки-блоки, да. Здесь есть Пандора Бокс, за которым у меня дико все будет лагать в будущем. Чего? Нихера себе. Так, вот я сейчас тупанул, потому что я гейм-рулы не прописал. Keep inventory, true. Окей, телепортируемся на меточку. И вещи подбираем, теперь они у меня выпадать не будут, потому что, ну, что-то забыл. Я не хочу, просто понимаете, я потеряю все лаки-блоки, и будет так не очень интересно. В принципе, один лаки-блок, одна смерть, я так понимаю, да, это челлендж какой-то, окей. Вау, неплохо, неплохо. Алмазные блоки, да. Кстати, напишите в комментариях, как вам текстурка 1.14 Майнкрафта. Мне очень нравится, деревни тоже прикольно добавили. Может быть, видео сделаю насчет 1.14 какой-нибудь, ну не знаю. Так, первая бронька, уже неплохо. Лаки-блоков маловато, потому что я хочу все по-быстрому сделать. Вот так вот сразу по 4 ломать. Наверное, ничего не выпало. Наверное, я не знаю. А что за туман, подождите. У меня же отключен туман. Это же туман? Да, это туман, нифига себе. А туман все равно есть, окей. Так. Ой-ой-ой, капец. Ой-о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 й, как громко. Это было громко, ребят. Я не знаю, меня слышно или нет. Ну, скорее всего, слышно, просто я себя не слышу. Поэтому я ору. Так, окей, ну это хотя бы беззвучно, окей. Так. Спавн овца. Овца. Можно заспавнить, почему бы и нет. Овца. Чё она не спавнится? А, ну это баг. Гигантское яйцо. Собака. Слайм, наверное, маленький. Нихера себе маленький. Что? Пацаны, простите, но я сейчас... Зачем я его заспавнил? Я чё такой тупой, а? Зачем я это сделал, я не знаю. Окей. В принципе, хорошо. Да, это жестко. Нихера себе злая волчара. Увидели глаза. Я особо не старался над текстуркой вот этой. Да. О, вот это было опасно, этот лаки-блок ломать не буду. Потому что там по вас говно какое-нибудь выпадет, капец, надо валить. А вот это меня нифига не радует, потому что... Блин, ну вот это, я сломал тут лаки-блок, все считается. Давай, давай, да идите вы нафиг, подождите. А, нет! Ломаем лаки-блоки. Яблочки! Яблоки, яблоки. Быстро-быстро ломаем, короче. Опять, опять эфириты. Блин, все капец, жестко, капец, жарко просто. Так. У-у-у, нифига себе! Так, надо валить от этих криперов долбанных. Они сейчас сгорят. Ага, конечно. Смотрите, как угарно. Офигеть. Просто беру, валю. Нормально так. Оп, оп. Двоих даже задел. Папа! Ой, привидение, привидение. Вы видели это? Ты втираешь мне какую-то Ты что, дурак? Я охерел просто. Это норма. Капец. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Быстренько просто ломаем и забиваем на эти лаки-блоки. В принципе, все, мы сломали, мы молодцы. Кстати, что хочу сказать, я, короче, удалил Ваймворд. Ну, типа, кому интересно. Если вы ждали то, что я буду там видео снимать, то нет, ребята, нет. Не буду я там видео снимать больше. Мне надоел этот сервер, потому что там ни хрена не добавляют, фактически. Да и просто из-за этого у меня комп хуже работал. Я не знаю, как это связано, но я когда удалил сервер, у меня комп стал лучше работать. Вот, вот что говорите, что не говорите, это правда.
Так. Лаки блок сломаю. Все, сломал, лайк поставили быстро за это, да? Так. Сейчас я сделаю день, потому что плохо видно все. Да. Думаю, меня поймете. Сейчас кушну желтое яблоко. Я сделаю на мирную, потому что из-за зомби лагает. Вот чтобы кто бы ни говорил, но это правда так. Окей. Чего? А, это смерть. Надо на базу. Так, ну, в принципе, всякий мусор можно сюда убрать. Хотя, наверное, какие-то пушки работают. Так, РПГ. Так. Ну, пушки надо сюда положить. Это что? Подождите, не понял. Это у нас... Это самое то, что я думаю, да? Ладно, я поставить не могу. Так, это сюда, яблочки сюда. Хилочку можно сюда. Блоки, вот они. Хорошо, оружия у нас нету, поэтому мы получаем награду. У нас есть железный меч, уже хорошо. Вот такая вот награда в виде еды. Все, да. И пушка тут у нас есть, и меч. Хорошо. Так, котик, ты туда. Ну что, не упал даже? Смотрите, он даже жизни не потерял. А, ну типа кот на лапы, на лапке. Окей, все понял. Так, а я не забрал задание свое. Окей, подождите. Это левел 2, где мой? Вот он. Отлично. И вот то, что я говорил. У меня стоит мод на шанс кубы. Не знаю, знаете ли вы этот мод или нет, но он достаточно, ну, не особо популярный достаточно, но, в принципе, сейчас он вроде как и на 1.12.2 есть. Это, если что, 1.7.10 версия, да, но, почему, кстати, на этой версии, да потому что, ну, как-то здесь у меня как-то попроще все получается с лаки-блоками, вот этой настройками. Думаю, в следующем видео, возможно, я на новую версию перейду, не знаю. О, кстати, можно алмазные блоки забрать. Хотя, при чем здесь алмазы? У меня есть изумрудный мод, кстати, мод на изумрудную броню, поэтому там еще лучше вещи. Да. Так, а вот это оно само заспамилось, или это мне еще сломать надо было? Не знаю. Ну ладно, не буду ломать все-таки, ладно, пофигу. Забьем, думаю, вы меня простите, если что. Так, ну давайте заспамнимся на базу, телепортнемся точнее, и покрафтим броню. В принципе, на самом деле все просто получается, потому что мне как бы выпадает... изумрудная броня, и в принципе мне уже должно на всю сею хватить ее, потому что она очень достаточно мощная, да. Что-то у меня FPS упал как-то. Это плохо. Так, я уже даже могу, видите, бегать побыстрее. Так, возьмем 2 изумруда. А можно даже 5. 5. Так, вот так вот сделаем. Вот так вот. Кирка. И меч. И меч. Отлично. Убираем ненужные, блоки есть. Ну, такие поставим. Кирка, яблоко сюда. Еда здесь. Так, откроем пока что такие сундучки. Данжеон. Чест. Окей. Сундуки есть данжи, окей. Так, тут у нас, ну, не особо. Железо. Нам, мне кажется, не понадобится железо. Если выпадет какая-нибудь хорошая книжка, то, возможно, понадобится. О, ну нет, я не буду их брать. Так, это, ребята, 2 сердечка. Если сделать вот так вот, еще нужно 2 сердечка, у меня будет плюс 1 сердце. Да, это круто. Хорошо, покушаю. И будем ломать побыстрее, потому что только на втором левеле находимся. Уже, наверное, минут 10-15 прошло ролика. Не знаю сколько, окей. Ой, забей. Так, все, активируем. Disco Ball достижение получаем. И сейчас может жопа полная произойти, да, поэтому готовьтесь, да. Киви. Так. Ну ладно, я, в принципе, знаю то, что он исчезнет. На самом деле грустно то, что я об этом знаю. Я просто записываю. Чего? 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 Охереть, как? Ребята, он должен был исчезнуть. Это что за подстава? Ребят, вот что бы вы мне ни говорили, он реально исчезал, он просто исчезал. Пай! А, нет, он меня убивает! Давай спускайся, собака, я тебя валю сейчас. На, вали. Давай! Пет! Есть! Сердечко выпало, офигенно! Фух, ребят, он реально не должен был заспавниться. Только я сейчас умру, правда, ну ладно. Окей. Он не должен был заспавниться. Офигенно. Просто супер.
Так, видите, у меня тут есть одно сердечко вот тут. Видите, это плюс одно сердце. Видите, уже два сердечка. Хорошо. У нас получается 24 хп, да, хорошо. Он не должен был заспавниться, честное слово, окей. Спавним еще один, если сейчас будет опять этот самый, как он называется, иссушитель, то это жопа, конечно. Фух, капец. О, маячок. Неплохо, неплохо. Поставлю пока что. Может быть, пригодится, я не знаю. Спавним. Пока что все безопасно. Ну тут, кстати, сразу 2-3 нельзя спавнить, потому что все начнет дико лагать, все жопа будет, короче, полная. Да. О! Так, по-моему, я уже. Да, это тот самый меч. Вот сейчас мне нужно железо, чтобы. Железо и алмазы, чтобы починить его. Да. Потому что меч круче этого, видите, это 7,5 урона, а это 19,5. Это вообще жесть какая-то. Зомби с одного удара можно убивать. Так. О, чаровально. Ну, тоже пригодится. Я не знаю, но можно сюда положить. Пока что я ломаю только вот эти. Тут есть еще, кстати, гигантские шанс кубы. Это вообще не шанс... А, нет, это шанс Исосахерон. Короче, рандомная хрень, короче. Вот так буду переводить. Я просто похлопну. Ага, спасибо. Кто-то скелетом стрельнул. С неба просто. Это бог скелетов, короче, стрельнул. В эту хрень, она взорвалась. Кстати, не так сильно. Окей. Ну, достаточно прикольные вещи, необычные. Маячок опять. Ну, неплохо, неплохо. Видимо, Майнкрафт хочет, чтобы я маячок активировал. Ну, ладно, так, я сюда просто поставлю. Он не активируется, надо нажать, чтобы он активировался, если что. Правым кликом или левым. Левым тоже можно. Да иди ты нафиг, собака! Левым, наверное, тоже можно. Да не, наверное, так и есть, наверное. Окей, так, ну все, я готов. Вот он сейчас исчез, вы заметили то, что он исчез? Нет, конечно. Ну как вы не заметили, он реально исчез, просто навсего исчез. Так, левым кликом, да, активируется. Капец, жизнь просто. Подстава поэтому и была. Нате, блин, тик, яйца гребаные. Просто уже бомбит. Чаровально, да хватит. А, окей, я сюда поставлю. Так, закончились наши эти штучки. Только сейчас, ребят, не пугайтесь. Я просто первый раз, когда это активировал, тоже испугался. Да, как-то так. Нифига себе. Вот они, кстати, опасны. Они могут лаги создавать, вот эти большие кубы. Надо было с маленьких начинать. Но алмаз это тоже хорошо. Можно добыть. Меня тут прям в них прям... Во мне заспавнились, окей. Опыт можно поднять. Так. О, вот это еще опасней. Ну его нафиг, так, алмазики мои. Пока лава до сюда не дошла. Ну все логично, в принципе, алмазы около лавы должны быть. Окей, да. Так, сейчас уголь, окей. Уголь тоже неплохо. Да. Но не для этого видео, в принципе. Так, пока что еще один заспавню. Бам! Просто жесть. Так, окей. Да вы задолбали. По-моему, эта лава еще тоже спавнится, окей. Бам-бам-бам-бам-бам. Лазурит, кстати, лазурит. Где лазурит у нас? Подождите, я сейчас за лазуритом сбегаю. Можно меч зачаровать. Так, окей, мы делаем вот так вот. И сейчас все будет как надо. А, тут даже лазурит не нужен. Капец, это же 1/10. Капец. Говно какое-то. Один. Ну, эффективность. Пушку можно? Окей, так. Лава почти до сюда дошла. Окей, давайте это сломаем. Да вы короче, идите нафиг. Все. Обычные кубы. Они без звука, если что. Чё? У меня хахт стоит. А, они невидимые. Окей. Я уже подумал. Так. Они, кстати, светятся. Надо, кстати, день сделать. Так. Блин, я не тот заспанил. Ладно. О-о-о! My type M минут. Ну, типа, минуту это будет происходить, я так понимаю.
Минутку, мы сейчас тут камень заспавним. Знаете, что сейчас происходит? Там ниже тоже камень генерируется. Видите, да? Как глубоко. Тесно, глубже будет. И вот что происходит. Так. Булыжник там не нужен. Ну, ребят, не знаю, как вам видео. Может быть, не очень, конечно, но... О, нет! Капец! Сейчас, ребята, купол будет появляться. Дорогие зрители моего канала, с вами Лев. И это, ребята, под куполом. Да, тот самый летсплей, который вы ждете 3 года. Окей, так. Ну, видите, купол появляется. Откуда я это знаю? Потому что я, как говорил, уже записывал. Только там не пустыня была, а зима. Зима. Адский биом тоже был. Так, ну я пока что его не буду активировать. Ну его нафиг. Еще какой-нибудь купол появится. Вот из этих блоков, кстати, не лагает. Это очень хорошо. Ну там просто лаки-блоки. Генерация мира. А-а-а! Капец. А, все понятно. Меня тут зажали. Окей. Так, под куполом, да. Ну мы пока что не под куполом находимся, мы просто видим этот купол. То, что он тут есть. Капец. Жесть. Да, капец. Окей, так. Ну, надо вообще побыстрее все ломать. Вот так вот поставлю. Надеюсь, ничего не взорвется, да. Так. Я не понял. О, коровка. Прикольно. Бэйби коровка. Окей. Ой-ой. Это грибная коровка, если что. Я не понимаю. Но они, наверное, тоже невидимые. Хотя фиг его знает. Хера себе подстава. Капец. Боже, мне в этот момент просто нога зачесалась, я поэтому и не стал убегать. Капец. Так, ладно, иди нафиг. Я не буду активировать. Надо уже быстрее все ломать. Нет! Нет! Нафиг иди. Спасибо. Так, ой, разные саженцы. Что-то сердечки. Ой-ой-ой-ой. Ад, горячо, так. Нихера себе! Так, вот от этого надо убегать. Ой, кто-то уже агнится. Так, давайте будем ломать все под куполом. Мы вроде как все блоки уже сломали, осталось только вот этот большой куб сломать. Так, сейчас убьем то, что нам не нужно. Так, ну блоки есть, хорошо. Ломаем. О, вот это прикольная штука, из-за которой мне сейчас Майнкрафт дико лагать начнет. Капец, ребят, вот я просто офигел, когда это увидел первый раз. Офигеть! Надо убегать, хотя... А под куполом ты ничего мне не сделаешь. Я под... Точнее, ты под куполом, зельки долбанные. Найс, ребята, я защитился от этих зелек. Просто самые разные зельки. Здесь и хорошие. Ты посмотри, они через стекло меня бьют, офигеть. А, все что ли? Че так мало? Нифига. Их намного больше, кстати, было. Ну окей. В принципе, мы разобрались. Все сделали как надо. Переходим на базу. Давайте я, не знаю, похилюсь этой зелькой, которая и только по 2 сердечка восстанавливает. Не особо. Так. Левел награда. О, отлично. Так, ну, насколько я знаю, эти жилеты не особо... Не особо хорошие. Вот эта штука, она от падений защищает. Это такая... Такие ботинки. Да, лайфхак как крафтится, короче, да. Окей, так, в принципе... Хорошо, но эти эффекты я ставлю, ну, эта броня дает эффекты, если что, видите? Вот эти эффекты убирает. Скорость прыгу через 2 сопротивления, окей. Так, 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 ну, можно вот поменять тут некоторую еду, брать она не нужна. Так, все, что я хотел, награду получил, награду, вот этой штукой можно вот так вот делать, прыгать наверх, да? Можно вот так вот сразу телепахнуться. И награду получили, теперь левел 3. Самый ужасный левел. Ну, почему самый ужасный? Потому что 4 Пандора бокса, из которых может просто черт пойми что выпасть. Надо далеко уйти, кстати, от этой штуки. Да. Просто она очень много лагов создает. Так, окей. Это, я так понимаю, жители Блэксмитч. Вот, вроде как так. Да. Как-то так. Получается, я прочитал. Да пошел ты нафиг со своими Пандора боксами. Железо нам нужно. О, отлично, мы можем сердечко скратить. Так, опа, с одно сердечко, это не может не радовать. Покушаем. Так,
тоже хорошо. Это самое берем. Так, золото не нужно. Ну и в принципе все. Теперь Пандора боксы. Надеюсь, ничего такого страшного не выпадет нам. Потому что здесь очень из-за них лагает дико. У меня сейчас может Майнкрафт просто начать просто дико лагать, но я буду надеяться, то, что из них ничего плохого не выпадет. Хотя бы в этой серии, да. Окей, давай. Блин, мне надо еще сегодня монтаж сделать. Мне сейчас вообще 11 часов, если что, утра. Чего? Это что такое? Я не... Нет! Так, ботинки мои волшебные. Все, меня не убьет, потому что у меня ботинки волшебные. Ха-ха, у меня есть тактика. Смотрите, меня прям бьет об стенку. Вот вообще мрази. Офигели, блин. Да. Так, ну, лучше, конечно, без эффектов, чем умирать, блин. Так, ну, вроде мясо выпало и топорик. Топорик оставим. Ну, блин, очень даже позитивный лаки-блок, потому что могло быть хуже 10 раз. Точнее, это Пандора бокс. Нет, ну нет. Вот это сейчас лаги начнут дикие создавать. Ну, вы сами видите. Ой-ой. Так, все. Тихо. Я не двигаюсь. Вы видите, что сейчас происходит на ваших глазах. Просто все, что возможно, спавнится. Ночь. Мне это не нравится. Что тут ночь-то забыла? Печенюшки зато. Ну, печенюшки того не стоят, и тортики тоже. Чтоб меня дико Майнкрафт крашился. Посмотрите просто, что творится. Вы видите это, да? Ну, кстати, основная часть уже заспавнилась. Это не может не радовать. Так, ну ладно. До моей базы, надеюсь, не добралось. Ну, я надеюсь. Ну, вроде как нет, кстати. Даже купол не пострадал, нифига себе. Это, кстати, очень даже хорошо, то, что не очень сильно лагает, потому что могло быть в 10 раз хуже. Так, давай. Не надо еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, розовый крипуля. Розовая крипуля. Она, ну, типа, это девочка крипуля, я так понимаю. Ой-ой-ой, стрелки, эти самые... Скелетоны долбанные. Давайте я вас сейчас вольну просто. Пока. Окей, так, уходи. Уходи, зомби, выходи. Крипуля, если с тобой что-нибудь станет, то прости меня. Добрая крипуля. Почему? Вы понимаете, вот эта крипуля даже грустная. Окей, ладно. Девочка крипуля, я буду так называть ее. Да. Крипуля это, кстати, имя девчащее получается, да? Ну, крипуля это же она. Крипуля это он. Окей, ладно. А что здесь выпадает? Всякая магия просто, да, видимо, это. Аспект. Это, видимо, знание. Типа математика ко мне. Мозг попадает. Через экран компьютера. А что будет, кстати, если ударить? Отправляемся на базу. Сейчас мне уже 10 дизлайков поставят вместо лайков, поэтому простите, то, что я так сделал. Убил крипулю. Взорвал ее, блин. Так. Сделаем день, во-первых. Так. Награда. Награда получилась. Левел 3 сделал. Награда. Еще одна пушка. У меня это, кстати, заканчивалось постепенно. Обоймы. По 200 получается здесь одна обойма. Так. Такая же кирочка. Вот это, кстати... Ну, я же сам скрафтил вот эту. Кстати, можно попробовать зачаровать. Ну ладно, не буду, потом, если что. Так, мусор, убираем мусор, который нам не нужен. Ну, это убьем, так. Это сойдет, так, алмазики сюда. Так, печенюшки тоже не нужны, это тоже не нужно. Ну, это тоже, наверное, не нужно. В принципе, все. Так, третий левел, это и самый последний, финальный левел, он на самом деле достаточно жесткий, потому что здесь появляется вот эта руда, вот это все, вот эти шанс-кубы, и самое прикольное, это плюс 100 вероятности, то, что все будет хорошо, и минус 100 вероятности, то, что мне, точнее, минус, ну, как бы, минус 100 удачи, короче, да. Окей, берем руду всякую, вот это берем, все берем. Так, у меня... А, вот это, кстати, получше меч, окей. Яблочки это и эмеральдовое все, если что. Мод достаточно прикольный на эмеральдовую броню. Жалко то, что на новых версиях его нету. Вроде как. Хотя могу ошибаться. Будем... Давайте сделаем так. Я сломаю сначала 3 хороших лаги-блока, потом сломаю... Хотя, знаете, как сделаем? Один хороший, один плохой. Один хороший, один плохой. Думаю, так будет намного лучше. Ух, нихера себе!
Это что, босс какой-то, что ли? Что у меня потемнело в глазах что-то. Так. Его даже не видно. Где ты? Ладно, пофигу. Так, хороший сначала ломаем. Надеюсь, все будет хорошо. Но это фигня. Это фигня. Не будем тут уже ломать. Оно заспамилось, это проблема лаки-блоков. Сейчас плохой лаки-блок. А, нет! Валим, валим, валим. Тихо. Ох, нихера вальнуло, прям бомбануло просто бомбалейно. Окей. Ну это опять одно и то же. Блин, что-то как-то не очень приятно. Я в следующий раз с лаки-блоками немножко помучу поинтереснее. Валим, нет! Меня даже не задело. Меня даже не задело, капец. Вот это я, конечно, красавчик. Окей. Так, хороший лаки-блок. Да, да сколько можно, ну что? То есть вероятность 100% это вот эта херобора, что ли? Да это нифига не удача, да, блин, проклятие, блин, называется. Жесть какая-то. Это минус 100 удачи я сломал, да? Или я ошибаюсь? Тортики. Минус 100 удачи. Или тут не в 100% дело. Здесь 200% можно сделать, да? Наверное, так, я не знаю. Плохой лаки-блок. Да это фигня, ну вы что издеваетесь, минус 100 удачи, блин, это херня. Вот сейчас задело, кстати. Ха-ха. Ну да, так по чуть-чуть меня можно убить, конечно. Конечно, да. Давай еще одну такую. А, нет! Так, вот это уже пожестче, вот это пожестче. Я даже выбраться уже не могу. Как я блок поставил? У меня, кстати, есть зажигалка, которая хилит меня. И генерацию бесконечную дает. Заметили, да? Блин, у меня кровярка. Нифига распространяется. Это, кстати, тоже тот же самый огонь, который может, как бы... Ничего, у меня шлем сломан. Ну ладно, короче, забейте, все. То есть этот огонь распространяется, но он дает хилку вместо горения. Наоборот, то есть. Посмотри. Ребят, ну простите, то, что вот такая фигня выходит. Ну я что, виноват, что ли? Что-то сам в настройках так помутил. И поэтому вот этот херобол постоянно выпадает. Давай хотя бы посеем в лаки-блоке, что-то будет другое. Я так и знал, понимаете? Ладно, окей. Думаю, вы не очень обидитесь. Я сам виноват, что там что-то неправильно понастроил. Пока что обычную шансовку выпломаю. Это последний наш... Чего? Вот это что-то новенькое. Меня просто взяло, куда-то телепортнуло. Это нормально? Я считаю, что нет. Странно, окей. А, где, кстати, эти... А, вот они. Это было странно. Окей. Уточка. Самая обычная, хорошо. Так, давайте теперь, ну, вот это доломаем, мое любимое. Потому что прикольно выглядит. Типа, смотрите, это... ну, как, я не помню, как это называется. О, нет! Капец, так. Перезаряжаем пушечку, сейчас будем отстреливаться. Давай, давай. Я... Знаю то, что это, по-моему, как-то называется по-прикольному, такое название прикольное есть. Вот от этой штуки, которую я... Вот этой штуки. Прикольное именно название какое-то такое есть. Ну чё, будем отбиваться от клипу, давайте. Восьмигранник, что ли? По-моему, так называется. И могу ошибаться? Мне кажется то, что... Ой-ой. Мне кажется то, что я прав. Могу ошибаться? Наверное, это восьмигранник. Так, что это? Да маяк, ну прости, но я тебя сегодня в видео не будет. Так. Ага, можно, кстати, уже яблочками питаться. Я уже богатый просто. Поднял бабла. Окей, давай. Спасибо, я польщен. Так. Окей, это убираем, это убираем. Я не знаю, вот эмеральдовый кейк это то же самое, то есть он, по-моему, даже не хилит, когда ты его ешь, хотя могу ошибаться тоже. Так. Два пороха. Спасибо. Так. Что происходит? Чё? А, это надо было, типа, успеть сломать, я так понимаю. Успел, я красавчик. А, ну это чешуница... Тролль-чешуйница, которую невозможно убить еще 8 секунд. Ну ты лави там поживешь, пока. Видите, она бессмертная, сейчас будет смертной, давай. Пока, чешулька! Пока! Пока, да, спасибо. Окей, так.
Bedrock. И последние, ребята. Подождите. Секунду. Херобрин зашел в игру. Просто, ребята, это хаткорище. Короче, ребята, в принципе, спасибо за просмотр. Вернем карту. Спасибо за просмотр. Вот такое вот видео получилось. В принципе, можно уже снять броню, потому что я знаю, что спокойное видео, все хорошо, все как надо. Видео получилось не таким, каким я думал. Я думал, что жопа полная будет происходить. Но, ребята, видимо, в честь того, что я 10 месяцев не записывал видео, Майнкрафт посчитал то, что... дадут они мне шанс пожить немножко, а потом уже будут меня насиловать своими лаки-блоками. Ну, в каком смысле? В таком смысле то, что я как бы... ну, я же в прошлых видео ломал лаки-блоки, они меня все время взрывали, убивали. А здесь как-то даже мало этого было, мне кажется. Это, кстати, даже достаточно прикольно. Так, спавнер зомби. Найс. Не надо. Не надо. Не надо, я сказал. Минус база. Просто полбазы сорвал. Короче, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Давайте попробуем набрать 10 лайков. И выпущу еще одну серию. И думаю, я подготовлю поприкольные лаки-блоки. Может быть, еще. Может быть, эти моды тоже понастрою. Вот эти прикольные новые моды. Пишите в комментариях, понравится ли вам шанс куб, вот эта руда, которая тоже достаточно неплохая. Я не скажу, что она прям такая хардкорная, но она неплохая, я вам так скажу. То есть тоже неплохие достаточно шмоточки выпадают, необычные такие. Вот, в принципе. Вот там чешуница зелька не было, кстати. И будет как-то так. В принципе, спасибо. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Давайте наберем уже 95 подписчиков. Сборка, ребята, готова. Там уже вроде как все почти. Вроде как там уже все есть у меня. Могу ошибаться, но вроде как сборка готова. Всем спасибо. Пока-пока. Просто всех. Давайте давай, короче, всех. На!